Так, тут мы в клеточку отсадили матку. Вылезла, попалась. Вот, сейчас решим, что с ней делать. Пусть немножко метку покушает, успокоится. И решим, куда ее правильно подсадить, в какую семью. Вот такая спокойненькая, крупненькая, веселенькая. Ну, конечно, непонятно, она плодная или еще не плодная. Да, не плодная. Не плодная, скорее всего. Да, да, ну, совсем молодая. Молодая совсем чувствуется. Угу. Так что вот, вот рамочка. Сейчас покажем рамочку вот целиком. А, это нижняя часть, вот верхняя часть. Тут с медом. Ну, это прошлогодний мед. На красивой, надо сказать, рамке. Середина была от расплода. Сот красивый. Маточка, ну там вот она в уголочке спряталась. Постоит до завтра. Да, пусть постоит до завтра. Всего хорошего тебе сегодня. Yeah.